что бейте трэш и завиану пуляйте. У нас есть 50 минут. Нет, 30. Нет, сколько? 40. 40, да. Ну шо? Год трэш. Еще не все засумонены, наверное. Один только не засумонен, он вкашет. Ну что тогда, микстурка у тебя понесла? Я ДД. Так Вайда не А. Вон гарема есть танк. Гарем. Вперед. Хардхорд-то тут? Он филе, по-моему. Ля, Мула, тебе тоже надо, чешка? Мула, проф. Он же не в приоритете. Здравствуйте. Привет. Приветствую. Салам. Пополам. Тысяча извинений, я релог, где? Агрия, командира вытяну. А, чего вы там где? В РСК заходи, еще куча слотов.
хорошо. Я командира отведу там. Весь трэш убили, а? Не знаю. Тех... Там еще одна пачка бегает. Ну, пошли за этой пачкой. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Молодцы.
Хорош. Здоров. Не могу пригласить члена другой группы. Это рулим все. Роги, намажьте этот яд, который веселый, снимает выступление. Да, намажьте, напишите плюс чат. Да намазали, намазали. Все, давайте пульти. Я попал. Дай, пожалуйста, кулаки по рогам. Что это за лиф? У него, наверное, доступа нет. Это наверное. Точно? Это не точно. Это не точно. Лучше у него спросить. Сука, жопа горит, что тут нет. Вот говно, блядь, еще и офнулся. Всем здрасте. Здорово. Привет, шоколад! Блин, наконец-то микрофон настроил. Это просто жор. Просто в каком смысле шоколад? Он меня просто очень сильно любит. Шоколадный заяц.
Мои камни, отлично. У тебя гаремов танков. Можно людей присумоним? Вот этот прист мерили, ну ставьте шкаф. Кто это? Какой эксперт? Я не понимаю, он гильдии. Это не я брал. А это походу из гильдии. А нет, не из гильдии. А вар вот этот? Вар, это я взял пук. Фурик. Если чё... Кто там? 6 хилов идём. А, нет. Электрошам, ты в элеме сейчас? Нет. Император, ты в чём сейчас? В элеме. Ладно, так и быть. Будь в элеме. 5 хилов получается. Первую босса тащит микстурка. Первую копию гарема, вторую утя. Мути. Чекнуть пол. Ты... Он где-то АФК. Всё, он тут. Давай, пуляй. Вот есть босс, а есть копия. Есть первая копия, а есть вторая копия. Я тебе сказал держать вторую копию, Утя. Понимаешь? Первая копия выходит на 66% хп. Вторая на 33%. Нужно славливать рейндж, когда босс кидает на вас метки. Если вы не будете славливать рейндж, то босс накопит много стаков и будет убивать танков с одного удара. Под мордой не понабирали пугов по объявлению. Вот. Минус кролл. Минус кроллу сразу, минус 50 кроллу. Не надо стоять под лицом босса, надо стоять за спиной босса. Если ты в Дисе, Фуриоз Ангел. Он не в Дисе. Ну вот не в Дисе без ролла, значит. Не, ему просто еще не дали. Тогда давайте. Твое сильнее страдание. Первую копию держит гарема. Утя, только не перепутай босса с копией. Смотри внимательно. А что, так можно? Можно, некоторые перепутывают. Вот босс сейчас станчит его микстурка. Вот он. Да я все вижу, друган. Все нормально. С правого плеча босса будет появляться копия. Не перепутай только. А то потом произойдет что-то плохое. 1000 гп. Вайп рейда хуже. Че там, сколько процентов? 47. Чтобы словить босса правильно, тебе нужно ближе к 33% подбежать поближе к боссу, чтобы когда он тебя откинул, ты оказался на... Разворачивай. Ты оказался на РНЖ достаточным для таунта. Вот сейчас уже подбегай к боссу. Правое плечо теперь у него вот... Как ты смотришь справа, если ты спину смотришь. Вот с другой стороны ты бегаешь на коне на своем. Перебеги на другую сторону босса. Блять, если что, мне вон появилась копия, видишь? Вот, молодец. Так, надо тебе ранг танкования повысить. Закиньте хорошенько танков. Давай, холипал, частица на одном и в двух других танков кастуешь по ТД. Электрошам, давай, показывай скилл. Давай, захильте вара, потому что он сдохнет так, если вы будете так хилить. Оставляй прожимки на момент, если босс накопит стаки.
и увеличится в размерах. Не разбегайтесь друг от друга, танки, вы друг от друга находитесь очень далеко, не убегайте от хилов, хилы бегите за танками. Короче, делайте как-то поумнее. Хилы вот тут в центре треугольника, централизуйтесь как-то. Упал Никстурка. Стаунтил пока что босса. Гарема забрал. Никстурка встал. Утя упал. Да ничего, утиного босса. Я тоже сдох. Никстурка забирает утиного босса. Их никто не хилит. Гарема, забирай последнего босса. Третьего. И ходи по кругу. По КД. Как от КДшится таунт, нажмешь таунт. О, я стаунтил, я стаунтил. Ля, танчу, танчу, танчу. Схиливайте одного танка, Гарему. Ходи за копией. Захиливайте его на фулл КП. Дай таунт в копию, которая бегает в рейде. Ты видишь ее или не видишь? Поставил звезду, дай по ней таунт. Начинай двигаться. Электрошам ставь тотем. Бейте этого дурака. Захиливайте Гарему. Беги постоянно, потому что ты можешь сдохнуть. Ладно, ложитесь, этот босс очень трудный, придется попробовать еще раз. Покидаем тело, заходим в инст. Всем привет. Привет. Заходите быстрее. Оператор, спекайся в хила. Не хватает от хила по танкам, танки падают. Кулипал почему-то на втором месте. Это плохо. А тебя убило, я не знаю, кто тебя убил. Тебе и надо двоих хилить. Давай отпивай ману, что ты стоишь? Возьми булок у мага. Надо уже пулять, а ты стоишь без маны. Пожири что-то. Маги, покажите булки. На. Клад. Бери 80 штук, чтобы всегда фулл мана была. Хилы не исправляются, придется в 6 хилов идти. Будь в хиле. Не будет у вас теперь 5 крита. Да не, в резке-то они справятся. Я вот в них это, верю. Вот это инст-резка называется, и они сейчас только что не справились. Ну вой, на Халеоне. Ну Халеон еще сложнее, чем этот босс. Ну такое. Принимайте готовность. Пан, сдавака. Микстур копляй. Цирк приехал. Цирк приехал. В мире хватает... Хорош, перед лицом второй раз стоит. Это минус. Пук? Все, да, правильно. Может он танк? Что-то попутали. Не. Вдвое сильнее страдания. Мне кажется, что он просто дурачок, который не видит клиф. Может быть.
Я видел таких дурачков, которые говорят, что лич кливает. Хорош. Вот это жесть была, когда он тактику рассказывал. Это РЛ был? Ну. Может, он людей учил за спиной стоять сразу. Ну да, он, наверное, так учил. Электрошам, хорош. Блять, не бей! Так, у тебя это обман во благо был. Давайте, 6 хилов. Отойди. Не ударьте в грязь лицом, отойдите от лиц копий. И не ударьте в грязь лицом. Своим. Вот. Ну, как сказать? Я сорвал. Я отошел от лица, а он подошел к моему лицу. Если царь не идет к горе. Он ударил в грязь лицом. Так, а, блядь, вы можете... Ну ты сложил, а где босс? Где-то босс... Забрал. Забрал, отлично. Захиливайте микстурку на фулл хп, иначе он... Сражался, отходите от лица. Отходите от лиц двух копий. Только не на лицо! Только не на лицо. Золотой дождь. Раскол обновите, сейчас спадет. Нет, он спал. Да давайте. 1 000 000. Почему-то еще турбой сумерк. А, его убил. Копия убила. Ладно, это лучше, чем было раньше. Как это? Покидайте. Отцали турбойцы, они просто играют судьбой, блядь. Просто специально копию бьют, которую я танчу. Жестко. Бывает. Типа только взял, блядь, таун, прожал, они хуяк, давай его пить. Молодцы. Не проверяли твою агро. Ну, 8 секунд КД. Спасибо. Молодцы. Утя, ты танчил? Спасибо. Ну вот только, блядь, вот этих боссов, миников. Халёна не танчил, да? Не. Ладно, у тебя как-нибудь будет шанс пока, но не сегодня. Окей. Давай знаешь, как сделаем, я тебя поставлю в свет, дамажить. И ты там посмотри, как будет танчить гарема. Какой-то ага. Только не перед лицом босса, стой там, смотри. Ты в фурике будешь, просто посмотришь, что надо делать. Фурики не буду, вармси буду. Вармси. Убивайте этого дурака. Ставьте шкаф сразу. О, котлас, это лучше. Ходим по стеночке. Шкафчик. Колбаса. Сейчас, секунду. Ну сейчас пуки послакают, мой хикмен, и возьмем клыкача. Я в страхе. Просто мне
Шарп, я все вайда меняю, у нас там 10 человек на замене. Куда уж мы без твоих 11к ДПС? Да я буду прожиматься по очереди. Большой дека. Царь, да, антифир? По микстурке. Лук. Т4 себе собрал. Через центр пошел. Хорош. Да, пять не успел. Помянем. Так, Клыкач, давай заходи. А не, не, это шутка была. Тут император. Короче, он холик. Он холик. Зачем? Пусть он с меня отстанет. Да и все. Рыбу ешьте. Я начинаю, когда скажу, он встал у тебя и все. Гарема, гарема в святую танчит, правильно? Сек, да. Вылетел. Извиняюсь, один момент проебал. Первая пати во тьме или в свету? В свету. Первая, вторая пати в свету. Все, спасибо. Я просто... не услышу. Трубы кинем-ка, пожалуйста, поспал, я вылетал. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения! Кто не умеет во тьме ходить, двигаемся за ромбиком от лезвий.
вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Все, Таунти, на себя забирай, становись моей меткой. Прибежали. Фуриус Энджел, метка вынеси. Да. Давай. Побежали, побежали. Это я. Прохилить его. Пиздец. Двадцать тридцать. В бычьей голове, а где супер тайминговый дух? Чтобы спасти рейд. Не хватило мне реакции на это. Я был только морально готов кричать на того, кто не выносит мет. А ты юзаешь вообще во тьме духа? Ну, потом. Да юзаю я. Я его почти по КД использую. У меня даже символ стоит. А тогда ты можешь, типа, перед тем, как микстурка туда зайдет, кинуть на него. Все. Давай кину микстурки. Ешьте рыбу. Ой, Нунзад, тут? Кидай по мне ПС-ку, Торбо все равно через Скорч играет, у него каст меньше одной секунды. На понял? Самом деле царь просто хочет догнать Турбо по ДПС. Я его и так догоню, это просто стаки надо набрать. Здравствуйте, я 300 на. Раздевалка. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Правее подвиньтесь все. В тотема. Раздевалка, прикольный ник. А я к раздавалке его читал все время. Он и есть раздавалка, но его назвали раздевалкой. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения.
забирай. Миша прав. Чего? Отъехал. По турбо сальву дайте. Женя. Обязали. Пан. Нет. Отдам тебе МК. Зашли. Спасибо, что живой. А. Кто? Ну кто он спелил? Лезвие. Отъехал. Я здесь спалил? Не-не-не, я в святу одну не спалил. Один диспел, это святу мой. Все, ребят. Их сурка сдох. У меня один диспел или два, скажи. Один это я в святу делал, серьезно. Я в святу один диспалил. Это, возможно, собака диспелила. У нас есть же Африка? По рекламу, ну, гляньте, всё. Такая метка просто была, скажите, Ник. Ну, кого диспелил Шерпиступ, это был Пан. На Пане метка была во тьме. Ну, вот, я смотрю по диспелам, вот Россия... На Пане была метка одна в свету, а одна во тьме. Посмотри. Нет, в чат. На нем была одна, значит, метка только либо в свету, либо во тьме. Потому что по нему только одно рассеивание. Ну, вот смотри, в чате написано, мастер. Пан говорит, пылающий огонь на мне. Пылающий огонь не то в свету, я сам видел, как он выбегал. Я вот с него и здесь пользовался света. Значит, во тьме не на Пане было, а на ком-то другом. Ну это стопроцентно диспелил лог с собакой, вот прям 1000000% даю, потому что это было... А вы в рекаунте гляньте, цель рассеивания. Там рассеивание... Ну значит надо локом убирать вот эту вот фигню, которая рассеивает упадет. Вот, у меня назад два диспела, но они вроде нормальные были. У бычьей головы вот один в тьме убежал, я рассеял, и шерпистул одного рассеял. Это маг вообще. Вот пидорас. Да насрать, не прохилили меня. Там насрать, как с диспелли. Шкаф. Можно сумму, плиз? Да, шкаф дайте. Бычья голова, может, тоже в ДЦ прыгнет особо? Да. Как хочешь. Не, тогда я лучше в ДЦ.
Если можно, там накидайте бафы по ханту, пожалуйста. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Еда стояла. Кто не успел, тот... Дайте по турбо, потом сальву с пула, пожалуйста. А что, давайте я тоже, да, в ТЦ проходить рейд. Весело. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Что происходит? Метеор. А, метеор на танке. Забирай. Войт. Ля какой. Что? Сальву по турбо. Турбо сальву дайте, он сейчас ляжет. Побежали. Астер. Крути поближе. Пан, метка. Ехал, беги. Я потерял. Не доверяю. Гибли порталы. Элрей, Элрей. Да не валай, я вижу. Побежали, метеор. Метеор побежал. Раздавалка.
Раздавалка. Аспер. Не знаю, что он возвращает, у меня ДБМ завис. Побежали. Бежали. Я попал, вынеси меня. Ехал, давай. Нужно дальше выносить. Блин, я хочу потом как ты научиться перед лезвием. Надо или в десятке будет. Угу. Намного да, удобнее, ребята, мне кажется. Я не знаю, как я на свету буду там что-то пиздец. Фан. Пёр. Три чешки. Отлично. Ой, блядь, метеор упал. Оля, а пока вы не пора. Первая чешка достается. Я думал, Кортес. Да. Кортес, да. Я не дал вообще ничего. Да ладно, я вам потом отдам отдельно. Будет 1000? Я не сильно претендую. Кто там второй порол? Моё. А как классно. Пришел за наручами, получил наруч. Здравствуйте. Привет, сейчас будет ик. В смысле ик, нахуй?